Жители Фонтанки и Крыжановки пикетировали Лиманский РЭС. Местные требуют наладить бесперебойное электроснабжение в их домах. Уже 2 месяца, как свет подается с перебоями. Из-за этого жители не только не могут нормально отапливать дома, но и рискуют потерять бытовую технику. Люди говорят, что на некоторых улицах света нет неделями. Кому-то дают его в первой половине дня, но на пониженном напряжении. Многочисленные обращения к облэнерго остались без внимания. На сегодняшний момент, в принципе, мы собрались для того, чтобы все-таки нас услышал руководитель этого подразделения, непосредственно Лиманского, чтобы как-то сделал нам то, что мы платим за услуги. У нас постоянно отключают свет. Вот, летом говорили о том, что модернизируют линии. То есть мы сидели месяц без света летом. Соответственно, пришла зима. Чуть ветер подул, чуть еще что-то, какое-то окоченение снега или так далее. То есть постоянно опять люди находятся без света. Отключение света и перепады напряжения начались летом 2020 года, но после зимних праздников они еще больше обострились. Такая проблема и у жителей Крыжановки и Вапнярки. По словам людей, большинство домов этих сел подключены к железнодорожной подстанции. Ранее мощности хватало, но из-за массового перехода на электроотопление энергии не хватает. Причина веренных отключений – это у нас дефицит мощности в данном районе, который запитан у нас от подстанции «Холодмаш». Данная подстанция «Холодмаш» запитана по линиям 35 кВт от подстанции «Кулиндорова», которая находится в собственности Одесской железной дороги. Эта подстанция ограничена по мощности на подстанции «Кулиндорова», поэтому при перегрузе, который создается в основном уже в вечернее время, происходит отключение данной подстанции. Энергетики говорят, что уже есть инвестиционный проект для создания собственной подстанции, но вопрос решат в течение года. Само же строительство объекта запланировано на 2022 год.